Беларусь заинтересована в развитии межпарламентских отношений с Китаем. Об этом заявил председатель Совета Республики на встрече с послом КНР в нашей стране. Стороны еще раз подтвердили стратегический характер двусторонних отношений, объявленный лидерами стран еще несколько лет назад. Беларусь и Китай связывают десятки крупных совместных проектов в гуманитарной, торгово-экономической, военно-промышленной и технологической сферах. Наряду с правительством реализацию соглашений контролируют на уровне парламентов. Это подтверждают и регулярные обмены визитами делегаций высокого уровня. Мы заинтересованы в активизации парламентского сотрудничества. И председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей мы вместе с господином Андрейченко направили соответствующее приглашение посетить Беларусь с визитом. Я просил бы передать привет и оказать содействие в том, чтобы этот визит состоялся в согласованные сроки.